Твери ведется обследование объектов улично-дорожной сети, находящейся на гарантийном обслуживании. Это происходит ежегодно по окончании зимнего периода. В случае выявления дефектов и разрушений подрядным организациям выдаются предписания о необходимости оперативно исправить недочеты в рамках исполнения гарантийных обязательств. В этом году эта работа только начата. Планируется обследовать около 100 объектов улично-дорожной сети. Из них 27 отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в прошлом году. Например, на набережной Афанасия Никитина в районе главного корпуса Тверского государственного технического университета сотрудники зафиксировали просадку люка колодца. Подрядной организации ООО «ТВ Регион» будет направлено предписание об устранении дефекта. На данный момент на объектах, которые были отремонтированы в 2019 году, разрушения незначительны. В основном разрушения наблюдаются на колодцах, их просадка, либо идут какие-то просадки по проезжей части в местах производства работ по ремонту сетей коммуникаций. Ну, данные разрушения относятся в видении собственников сетей в основном, да? Ну, дальше мы будем уже разбираться в этом. Мониторинг состояния улично-дорожной сети будет продолжен. Подрядчики, на объектах которых будут выявлены недостатки, должны будут оперативно их исправить за свой счет. В случае, если некачественная работа не будет переделана, к дорожным организациям будут применены штрафные санкции в рамках действующего законодательства.